шел. Я говорю, он тут не задерживается долго. Но он знает, что я хуйню начинаю нести и избегает. Прямо я ему читала тут и фразы на армянском, и все. Ну и что, мне же весело само собой. И с вами. Ладно, дальше. Сегодня ночь. Я не помню, как снимать. Да, я реально последние три месяца просто немножко... Мне нужны мужчины. Дальше. Спасибо. Ну ладно, все, никто больше не хочет с мной флиртовать. Друзья, кто-нибудь пофлиртует со мной? Я не шучу. Чего ты меня отклоняешь? А я не играла ни с кем, я всех отклоняла. У тебя, когда будет хорошая подвижка, заходи ко мне. Да, но у меня сейчас никого нет, я практически не играю, поэтому, знаешь, все разбежались. А ты танцуешь? Mm-mm. А спортом занимаешься? Ну, надо начинать уже, надо начинать. Я сейчас поем чипсы. Потише сделай, пожалуйста. Давай пойдем на желание, на приседание хотя бы. Ну, сейчас? Не, я имею в виду там. Ну, давай как-нибудь, да, давай как-нибудь сыграем. А то это, мне скучно, вот, когда сидят вот так вот. Кто так сидит, мне с ними скучно. Да. Когда предлагают, да, это там. Спорт на свою жизнь. На спорт, на танцы. Да. Так весело будет. Аманду знаешь же, Аманду? Знаю. Вот я ее вчера, значит, замотивировала, говорю, давай на танцы играем. И как пошла она же. Ну, не прям так? Да, хорошо. Ну, я тоже не все так. Да, я знаю. Блин, мы с тобой играли, когда ты была в зеленом бархатном платье, и тебе присылали зеленый колпак. Это выглядело просто офигенно. Да. Спасибо, Лена. Он подходил, да, прям чётко? Да. Ты прям как новогодний эльф в комплектации. Это знаешь, это мы играли, кажется, в батл, мы такой сделали, как сказать, тест-драйв. А-ля такой международный. И мы победили. Там она, та поддержка ей не пришла практически. У неё был этот Мэри Крисмас. Это у кого? Девочки, что мы играли с диджеем. Аня, знаешь? И после этого мне дарили вот эти колпаки. А, прикольно. Такое классное. С открытой спиной. Обожаю. Очень красивый, тебе прям идет, да. Все, золото. Спасибо, Джулиана. Кончик зашел, Шерза. Ну что, Денис? Гайз, Джейсон. Джейсон, thank you so much. О, проснулись твои. Ой, ну как ты еще детство просыпается после праздников? Ничего страшного. Мы будем мотивировать вас, чтобы вы играли. Джейсон, thank you so much. Поехали. Don't stop, guys. Don't stop believing, okay? Don't stop. Don't stop the music. Ментор. А сейчас зачем намотаешь? Кейси, guys, let's go. Everyone, because you know they can snipe us very easy, very very easy. Нет, Джонсон, не сегодня. Сегодня мы не играем на желание.
А, не услышали, как на желание сразу попить? Нет, он говорит, если проиграешь, то танцевать будешь, хитер какой, а это вообще не кидает ничего. Пусть да, идет. Да. Она будет танцевать. Завтра, да. Тогда спрашивай. Да, давно меня смотрит мальчик, но он просит. Ой. Кейси, thank you so much. Almost. Что это у тебя? Я пришла, начали попить. Вы там не обнаглели? А мы сидели просто молча, слушали музыку. Ментор, ты ушел? Кейси, thank you. Хорошо. Guys, be careful in the end. А у вас, у тебя жена... Good snipe! Thank you, Jason! Thank you, Casey! Спасибо, Денис! Thank you so much! У тебя на 3 часа больше же, да? Чем в Москве? Полностью, да. Там трое против, одного. Ну ладно. Шерзот уже привык. Но не сдается. Нейра, мой детка, очень приятно. Меня Шоня зовут. Guys, stop on the screen. Let's go. We need more like it. Ментор. Кейси, thank you for your likes. А ты до скольки обычно в эфире сидишь? Это по-разному. Нет такого. Mm-hmm. У тебя постоянно время своё? Не, но просто многие по времени заходят четко. Да? Mm-hmm. Раньше сидела с 5 утра до 11 всегда. Сейчас время поменяло, поддержки нет. Спасибо большое, Мэра. То есть, когда время определенное, это лучше? Ну, у меня в основном аудитория американская, и там они только к вечеру выходят. Поэтому да. А ты вывела свою этот на Америку? Или? У меня, знаешь, как у нас российский рейтинг закрыли. У меня, в принципе, всегда поддержка была там только Америка и там русскоговорящих. Из русскоговорящих у меня был только Азербайджан. А американцы с самого начала. Меня русские никогда не поддерживали, русскоговорящие. Не знаю. О, Денис, ничего себе, не их типаж. Ты же наоборот. Мне вообще не нравлюсь. Русским не нравлюсь. Американцам, да.